Всем привет, с вами Селестиан, это видящий охотник катаклизм. Сегодня не будет ни зоопарка видящий, ни голых дуэлей, ни арены с ботом. Я просто буду убивать альянс. Это рати с самого начала. Посмотрим, какой будет сегодняшний БГ-трип 23 июня на календаре. Чекнем, какой у нас пати. Есть холик, есть опасный ДК. Есть, правда, и голый чувак, я смотрю. И одетый фрост, и голый маг. В остальном все нормально. Кто-то с самбасом бежит. Блин, не успел ник запомнить. На мотоке чувак. В низине орать я в 90% случаев еду сразу на кони. Статистически удобная тема. Что касается билда и спека, я думаю, с прошлых видосов вы уже запомнили. Это бронесетап у меня такой. Бронеспек, 49% фреса. Критовый БМ. Бегаю в свистках три духа зверя и исландцевый паук. Из проф у меня инжа. Начнем сразу с броненького. Из проф, да, у меня инжа в перчатках. Хилка. Также в поясе у меня шилда на абсорб на 18 тысяч урона. Сейчас попробуем в клещи зажать альянс на лесопилке. Очень много их здесь. Да, у них какие-то опасные типы, я смотрю. Так, первый готов. Смотри, как флешками нахиливается, зараза. Скатер. Урон не такой большой, потому что очень много реса. Пока что удачно у меня получается. Блайк. Так, кто? Cold Blood. Psychic Scream. Cold Blood рубил, нихера себе. Идем по милли. Кинул я флаг на Deterrence. Shadow Fiend. ХП не берем. Критово прошло лечение от духа зверя. Что-то на изи мочим, никто даже меня не фокусит, несмотря на то, что у меня белый транс. Рок никуда не уйдет. Я не успел даже кожу завязать. Ох ты, нифига себе. Почему-то у меня плащ не тот. Да, похоже, кто-то заходил на мой аккаунт, хотя хз. Ну что, две точки наши. Третья скоро будет нашей. Пока что изимот. В это фак я беру фокус. Идем по магу. Да ну да. Даже не может меня зафокусить. На изи. На изи взяли. Так, фаербомба. О, в смысле, да. Огненная бомба на мне уже висит. От нокла. Изили дан. По Курову конказив. Psychic Scream. Найс, найс, вообще идем. Psychic Scream легко диспелится, потому что у меня талант Improved Man Pet, который диспелит магические эффекты. Чаша фара. Как бы понятно, что скорее всего девчонка. Ох ты. Фига себе, у меня феронол в отпрыге. Остался на месте я. Так, еще две точки. Но я думаю, альянс тут уже все проиграл. Попытаюсь не дохнуть, насколько это возможно. Идем на шахты. Да, не тот плащ я одел. Плащ на крит. С зачерненным парашютом. Сейчас будет десант. Но, судя по карте, там никого нет. Скорее всего, они с фермы идут, возможно, даже на центр. Айсблок. Да, орлиным зрением я просмотрел. Очень много народу. Так, они, кстати, меня не видят пока что. Конказив. Давай, пэт-чардж.
корчи уже начинают фигачить. Команде пришлось это все сделать. Intimidation пошел. Оу, щет. Не, нормально все. Так, кошак внизу. Панорамикс. А мы, наверное, заберем вначале паладина. Кошака можно долго ковырять. Сейчас он тем более убьет медведем. Вернем. Чтоб не ушел. Бу. Ну и все, можно на конь идти и там же рескилить их у циркушки в Троллбейн холле. Троллбейн вообще переводится, да, гроза троллей. Это прямо камень в огород моей хантрисы. И нахо. Десвинг. Десвинг — это буржуйский реалм, кто не знает, на Сёркле. Cloak of Shadows. Кош. Ну попробуем спалить все-таки хуман. Нет, не палец, чувак. Может, даже вниз упал. Офигеть, 4 точки наших. Несмотря на то, что у них одна точка, альянс немного на конях. Возможно, они ушли на лес. Потому что на шахте чисто. Блакс мочит нашего вара. Помочь. Вот кош. Офигеть, не спалил. Как они так быстро бегают? Мизу берем фокус. Конказик по фокусу. Четко по куролу пойдем. Тряпочка должна быстро бомбануть. Не страшно мне всяких хоррор, потому что цепочка у меня есть, блин, что-то их там пиздец много. Абсорб шилда. Подлечусь. Так, теряем фокус. Оу, fucking shit. Похоже, меня гроб. Ну, сам нарвался, да выпендривался. Что-то наших там вообще не оказалось. Что-то маячит там маг Пуговкина. Вот как раз таки. С одного в трапу засунем. Не бей его, маг, не бей. Ну хер ты весь контроль сбиваешь. Пуговкина, что-то знакомый ник на самом деле. Ну, kill fucking shot. Так, кто-то по комбат сделал. Не пили ноту. Идем по Иманалу. Сейчас скатертрапа будет по хилу. Так, Иманала забавил. Ну класс, красавчик, сам трапу сбил. Окей. Сор. Ну, смотрите, да? Похоже, нормальный итальян все-таки зашел. Может, сейчас что-то изменится. У них также всего лишь пара голеньких. И... Но все равно довольно-таки опасные типы есть. Главное, чтобы это факт меня не подтянул. ХП, как видно, вообще не тратится. Рез тащит просто. Просто тащит. Хиллер ведь нет. Нету. Spirit Walker's Grace. То есть продавить Мизу, мне кажется, это невозможно. Grounding. Офигеть, возможно. Intimidation под лоу хп, вот как удачно пошло. Нужно типа ссору. Видно, что очень опасный маг. Combustion. Хорошо, что фокусит не менее Фроста. Так, уже меня. Trinketed. Собьем ему каст. Конказив. Идут прокетринки по мне. Improved Mind Pad. Evocation. Dismiss Mpeta. Еще один Spirit Beast. Фига себе, он пира кастует. Успел Intimidation сбить каст. Ice Block, окей, меня Mpeta. Щет.
down. Kill fucking DC. Shot. Нормально? Нормально. Ну, конечно, нормально, так респа у них уже нет, можно спокойно мочить лока. Не бояться, что здесь кто-то лестница. Перелетаем. Да, хп, конечно, они меня выбили мощно. Ничего, покушаем рыбы. На изи вообще идем. Ох ты, в топчике. Да, неплохо, но урон у Пуговкины больше. Ну, естественно, что мы хотим. Tranquil Mind. Ничего себе, по-моему, редко кто ставит тотем Tranquil Mind. Это, наверное, Тайдаху. А, нет. Shadow Dance. А Shadow Dance Intimidation, Flare, чтобы чувак не убежал. Tranquil Mind. Ух ты, успел в кому уйти. Супер. Ты посмотри-ка, на всех спидах и бежит, зараза. И главное, не попал. Не попал в мою трапу. Хрен тебе, не пиропласт. Фокус беру Блада. Лечу на этом самом, на парашюте. Они бегут за мной, потому что их там дохера. Бро, ассист ми, плиз. О, отлично. Сангард. Сангард, братишка, давай хиляй меня. Скатер по Бладу. Хера не ассист от него, по-моему, стоит и вкашет. Вулкан, он, наверное, хотел сказать Гулдан. Я про Нику Лока. Слушай, как-то нормально пошли. Какой-то дичайший чел там помогает. Вампирик Блад. Сангард вообще не в теме, что он Бладшилд на нем стакает. Мы его так никогда не убьем. Не стоит и в миле олень. Короче, здесь, похоже, тяжелый случай на аварии. Так и будет продолжаться. Идем искать приключения на свою задницу, призову Пэта, потому что бывают роги. На Рапсане на Бладыка не было бафа от рога, но может быть где-то рядом все равно. Пройду через кони, вроде бы все чисто, чекну центр Орвином. Там тоже все чисто. Циркушку. Один таргет прячется внутри. Боевой дух подавили, видимо. Так, валянство вообще есть кто-нибудь в топе? Да, Инаха как раз таки есть. Видимо, опасный рок. Хотя три смерти у него было. Какой-то голый хант из Десвинга. Идем по Курову. Манал. Predator Swiftness. Я просто предпочитаю мочить Combustion. Таргеты, у которых поменьше хп. Smoke bomb. Die, bitch. На всякий случай, флэр. На всякий случай. Единственный респ у них на лесе, поэтому лучше туда не ходить. Буду их тусить здесь, а то в прошлый раз также на коне. Да, вот прыгнул какой-то чувак. Вот он. В кош, кстати, можно стингу кидать, потому что она не наносит инстантный урон. Очень удобно, чтобы скрыть об этом. Так, что у них по хиллерам? Бедный маг. Сор. Что, по ханту пойдем? Нет, по сору надо идти. Если видите, что у вас фаер херанул пира, тут же врубайте Детеранс. И можете заводить комбаст. Если вы заводите комбаст, то уже полпобеды. Если не вся. Silence. Psychic horror. Ну, изи. Вообще ноль точек у них. Сейчас защемим эти два фрага. Она вообще авкает.
что Парда всегда так играла, блин. Молодцы. Пуговки на респект. Сангал. Ну и смотрите, вот фулл рейси действительно гонять очень, очень приятно. Тебя не вскроют там за две секунды какой-нибудь рок просто с автоатакой прока фиала из цепки. Я гоняю, конечно, праймари с духом зверя, то есть не с пауком, без сокры. Мне так больше нравится. Естественно, если часто вас будут ковырять роги, нужно бегать в приоритете с пауком. И только после станлока. Вот паука это интимидейшн и стан его шли, сокра. То есть пережили опенер. Попытайтесь там любым способом с кадр-трапа посадить или еще как-то и перепризовите уже на духа зверя и начинайте ДПС по нему. Вот. Ну что, идем на следующий БГ. О, Кабури. Даже тут Орда выигрывает. Смотри-ка. Продавился таки КД. А так, а нет, я думал хилер. Дионат. Кто не в теме и еще себе не взял посоха Хуна, у вас есть отличный шанс это сделать. Сейчас идет ивент Midsummer Fire Festival. Собирайте пати из 5 человек и регайте в ОФГ. Здесь выбирается он, The Frost Lord Ахун. Очень легкий босс. Так что go, все в зангромаш. За лордом Ахуном. Фантом, чувака фантазия. Бедный фантом. Чударда обнится. Не прожмешь. Ох ты, ох ты, ох ты, надо бехи мучить. Так, я взял флаг. Ну, потусим, наверное, здесь. Сейчас будет чарж на меня. Окей. Hammer of Justice. Avenging Wrath. Не уходит медведя. Отлично. Джонта. Там полнее. Перепрозову на паука. Стану паука. Сейчас интимидейшн даже не понадобился. Он. 223к хп, это поставил флажок. Вообще тема. Ну, орда прямо всекает. Просто всекает. Чуть-чуть осталось, чтобы поставить флаг. Come on, bro. Бекиел. Ice block. Бекиел. 220к. 41% пресса. Это вообще не шутки. Вообще не шутки. Ну, что-то не удается мне пока что выйти на какие-то Repentance. Одиночные энкаунтеры. Все очень толпой, как Альянс раньше. Dismantle. Литхаммер. Классный ник. Кстати, отличный случай флагонос сейчас шлёп, потому что и Орда, все тут и Альянс. Флагонос идет к единственной своей точке Бладельф. Самое новое там переходить, как раз таки наш рок пытается его замочить. Рави перехватывает точку, я думаю, сейчас легко флаг керриера убьем. Даже два рога там. Побудь ведром или что-то. Shadow Meld. Divine Shield. Валиксию. Тоже, кстати, классный ник, да, Валиксия. Валиксию фокус. Ничего этот паладин не сделает. Да, единственный выход у него почти моего пэта. Смотрите, да, какой у него сиал забавный. Seal of Justice. Такой тилити сиал, я вот, например, за паладина вообще его никогда не юзаю. Хилиам пэта, дисполем крыльям. Вот такой моб. Freedom. Моб получается у нас. С ником Мэригор. Что за килл стилил, бро? Кстати, в Вове, да, мне нравится система фрагов. Здесь нет такого понятия, как килл стил, как в той же Лиге Легенд. Очень много срачей идет, если ты там крадешь чей-нибудь фраг,
Бывает очень трудно определить, кто нанес больше демеджа, там, кто прожал ульту. В Вове как-то все грамотно реализовано, до сих пор я удивляюсь, почему в Лоле не сделали как в Вове. Непонятный рок. Не было еще никакого станлока. Не прожмешь. Да и не надо. И не надо прожимать, бро. Ну, пусть бегает, он, видимо, осматривает окрестности Окабури. Офигеть, 4 точки. Смотрите, второе БГ вообще практически сушняк идет. Интересно, почему? То ли Альянс весь по детским лагерям разбежался. Понятно. Так. Мы ждем политхаммер, от него максимальный урон будет. Немножко подхиляюсь. Никаких проблем нет. Здесь мы симпэтом. Стан. Гербист. Блин. Типанул. Стой. С катартрапом. Буферал. А вот херушки вам. А нет, не херушки. Все-таки заберут меня. Игры Литхаммер самая большая проблема была. Блин, под самый конец меня сняли. Что опять удалось пробраться вверх. Едем дальше. О, щет, только не берег. Дурацкая БГ вообще. Ну, да, радует, что не сначала, уже хорошо. На БГ-ках я всегда гоняю под... под едой и под флаской Flask of the Winds, 300 больше агилити. Если нет никаких бафов под рукой, Sprint. Можете бабахнуть себе, скажем, число Drums of Forgotten Kings. Даже не знаю, по кому идти, все такие легкие таргеты. Ух ты, какой опасный тип это, кто? Пшел ты. Непонятно, насколько одет чувак. С виду полуешер. Evasion down. Blind. Combat readiness down. Ладно, потом посмотрим его транс. Trinketed. Ишь ты как. Бежит два приста. Причем один ШП. ШП АФК. Dash. Чарли. Чувачок. Посиди-ка в трапе. Dispersion. Dispersion под бурс, это хуже не бывает. Так, Чарли в фокус. Dispersion down. Пэт, как всегда, где-то в заднице. Ишь ты, Чистайс. Чистайс по мне сделал грамотный чел. Я делаю конказив, кидаю снейки, чтобы он зарутался. Psychic screen. Нет, не попался в руки. Опасные типы. Trinketed. Нафиг отсюда ухожу. Норм, норм. Бомбануть нам нужно рога для начала. Следить за альянсом, который на подходе. Найдем панхолику. Не, я думаю, тачки не пройдут. Слишком много там ассист, хилы. Фаеры, херайеры. Смотри-ка, он просто мочит. Очень тачка помогает им мочить. Не поражать мне. Не поражать. Еще Африк мощный. Я еще ничего не сделал, но мне уже тут висят. Из-за этого меня бесит дот персы. Ух ты, продавлен Чарли. Давай, поехали. Desperate Prayer. Desperate уже есть. Чуть-чуть осталось. Psychic. Все, переключаемся на кастеров. Ну, майнспайки хрен с ними. А вот майнбласт. Не-не-не-не-не-не-не. Уходим в лост, юзай детеранс, чтобы меньше урон от дот был. Чё, у меня два ряда дот, это жесть. Лоу хп. Красавчик, сыроежка, просто красавчик. Thank you.
Одна минута 22 секунды ничего не сделает Орда, даже если захочет. Хренадерка какая-то. Дик Найт. Дик Найт, да? Прикольно придумал ассоциацию. Типа Деск Найт. Только что. Не-не, что они тут копались просто, просто копались. Вон эта сыроежка. Окей. Смотри-ка, дерзнул напасть. Дерзкий рок. Давай, продавливай, если ты. Блин, меня кидает, как футбольный мяч просто. Я говорю, вот берег древних, блин, как крестики-нолики. То есть определенная тактика, при которой никак нельзя выиграть. Пара-тройка хилеров, авангард в виде толстых милишников ДК, куча фаеров на заднем фоне. И хрен ты провешите желтого вообще никак. Так, окей, первый раунд готов. Коса хуна на хомункуле. Ого. Думал, что он такой большой под проком Кирилла постучал. Десант. То есть рубаем парашют, садимся на маунта и летим. Можно преодолеть большие расстояния так. Ну что, ловить нечего. Дадим альянсу быстро отыграть. Я считаю, всегда нужно так делать, понять вообще, когда шансов нет. Ну и всегда можно ходить кайф, например. Сейчас можно просто по ПВПшиться, посмотреть, кто у них тут есть. Может пофаниться даже с люторогом. В свистке у меня рокстеди с прошлых видосов остался. Спринт. Слишком их много здесь, бро, слишком много. Наши все там, где нет альянса, вот вообще, наверное, никого нет. Лол. Кого они там ищут? Ясно. Нормально так стартанул. Попробуем продавить его. Каст ему сейчас. Подкинем рогом. Бум. Так, Милордос. Ну он уже, офигеть, уже Тоттенхэм. Уже что-то там капает, я еще ничего не сделал. Нифига, не котеночка просаживает. Не знаю, по кому и пойти, но самое легкое убить, наверное, шипа сейчас. Ну пошел. Rage Generation, блин. DC. Кстати, с ресом нормально заходит. Бегаю с носорогом и нормально ее. ХП особо не тратится. Так, у меня прокнул трилка. Самое начало бомбануть по Чарли. Ладушки. Сейчас откинем тогда. Откинем Алию. Смотри-ка, да? То есть откид был? Как-то с опозданием. Dispersion down. Defense stands. Cell reflection. Shield wall. Скатер травит. Тринканул, окей. Shield wall down. Не просажу я, не просажу. Голый лок, наверное, хотя нет. Так. Ну, от носорога вообще никакого урона нет, только этот подброс с рогом. For fun, только в чем фан? Нет, блин, 7 минут, и нужно чем-то заняться эти 7 минут.
Так, ну что? Опаньки. Да, быстро они нас разделали. Только не берег древних. Варсонг. Хочу Варсонг. Но остров тоже неплохо. Сначала. Ну что, в таком случае, я думаю, есть смысл идти на камни. Там одиночная охота обычно хорошо разворачивается. Очень много народу. Все вроде такие довольно опасные чувачки. Есть, правда, голенькие, типа приски. Нифига себе. СХ-шник. Лось. Кстати, в начале БГПАП есть, который позволяет игрокам бессмертно, так сейчас этого паладина просто разорвут на части. Через центр по краю пойду, если какой-то энгейдж будет. Окей. Ну а так мы отсели камни сейчас. Чарш по мне даже прошел. Ну, нет смысла тут. Наши сбреют их всех. Берсеркер рейндж. Серьезно, ман. Специально, короче, отпрыгнул, потому что знаешь, что это вроде ничего не сделает. Ну давай. Блин, как они на Фейндейсе долго живут, это пипец. Ой, в смысле, на Чикдейсе. Кало хп у Рога. Так, ну, главное, чтобы сейчас этот чел, да, не мочил моего пэта. И стакал шилду. Он это и делает. Ну, ему хана сзади наш на подходе. Центр наш, ангар, навряд ли. Михил claims the hangar. Да, не наш. Сбреет как нефиг наш по центру. Я иду отбирать ангар. Справа таргет. Повис. Орлином чекну камни. Не успею я взять ангар. Нет никого на камнях. Так, а со мной едет кто? Хил, отлично. Ну тут изили. Hammer of Justice прошел по пэту. Просто иногда чувствуешь, когда вот сейчас он молотком бомбанет, прикидываешься мертвым и стан уходит на пэта. Что-то непонятно пишут там буржуи. Вот я еду один, потому что эти ребята все в стелсе, которые передо мной. Окей. У нас есть хилер. Прикольно, стартанул с айсблока. Айсблок даун. Самое главное, перехватить ангар сейчас. А нашим отбить первую волну. Нужно сейчас смотреть, заберут они респ или нет. Оп! Не знаю, посадил я его в скатер-трапу или нет. Офигеть, в воздухе посадил. Айсблок. Так, айсблок. Ну, тут смерть. Айсблок даун. Без вариантов. Нет, пока что не захватывает кладбон. У орды вообще нереальное преимущество. Хотя нет, центр. Центр надо отбивать. Камушки наши захватили. Молодцы.
Так, чел сел на разрушитель. Понторез. Понтореза фокус. Бурстик в кошаке его. Сразу юзаю и команду, и арканчики. Как-то так. Так, ну что, нужно помочь немножко нашим, наверное, на базе. Сейчас также орлиным зрением гляну, как там дела. Фрост или... Или рок какой-то был у входа. А чё, чё, давай нападай, бро. Атилка the insane, come on. Такс. Так, ну что, ну что, ну что, ну что? Что мы сделаем, что мы сделаем? Мы перепризовем Пэта. Застанем. Сакра пошла. Конем. Хотя бы ханта забрать. Так, ханта я забрал. Fuck, man. Ну, маг там, конечно, поздно появился. Из фокуса что-то у меня вар пропал, вроде бы. Да, не получилось мне его взять. Не хватило какой-то реакции. Вполне бы, я думаю, мог расшатать. Чуть-чуть осталось. Маг на помощь пришел. И чего, забрали? Да, вот он сзади меня. А, хера себе, помощник 114к. Херовый из него помощник. Чекать, не чекать точку, сейчас посмотрим. Нет, Альянс убежал. А вот на базе проблемы у нас большие. Зато Орда, я смотрю, он голубчиком там носит бомбы, и вот-вот уже выиграем. Чё, о чём? Grounding. Monotone. Так, тиранка. Grounding. Хиллер. Combustion. Вот, не умер ДД. Так, бурст пошёл с... Дарк паук. Big heal. Охрен тебе. Anti-magic shell. Блин, в трапы не попался. Подкаст с катером херанем. Захексить надо, захочет. Да, там есть. Офигеть, мне раздолбали ворота. Так, телепортнемся нахрен отсюда. Хиляюсь в руке. Хилка с инжи, хилка с духа зверя. Freedom. Блин, наши чувачки, давайте, давайте. Defense down. Shit. Оу, факин щит, 2 секунды, 2 секунды. Big heal, Earth Shield. Давай, Shadow телепорт, Dance. Телепорт. Валим на спидах, снейки. Combat readiness, big heal. Жесть, меняя пэта, меняя пэта. Evasion, Dark Climb, Predator Swiftness, Frost. Mind Redirect. Так. Чувак ведь за мной сейчас побежит. У меня даже трапа накрыла. Даже трапа, бро. Так, все, трапа поставлена. Самое оно сесть покушать. Маг за мной не пошел. Или идет на инвизе. Фу, отстой, даже Альянс выиграл. Бред, блин. Такой бред. Вообще, я думал, Орда как нифиг затащит. Ну что, я думаю, Last BG. Не особо весело бегать, конечно, в бронесетапе. Не такие большие цифры видны, но, как видно, действительно, я выживаю гораздо лучше. Долго живу на двух, на трех человеках. О, фак, это рак. Это рак, это, конечно, не на 5 минут. Совершенно не на 5. Оу, фулл старт. Окей, посижу пока потуплю.
нас по игрокам очень много. Лунафарт уже не нравится мне. Уже мункин какой-то. Ханты с Десвинга, Зажира какой-то, Сноу Уайтекс. Борх. Ну, Доширак с прошлого был, с прошлого острова. Квадра. Никса. Блин, у меня есть, кстати, мой феррал Никса, бот. Кто у кого стырил ник, непонятно. Так, ну у нас, если потыкать... Ну, голые есть, голые есть. Может немножко упороться все-таки. Поставить фиал. 45. Тринку на юз. Сейчас идем тринкет. Нет, нет, это не фиал. А, окей. Все-таки тринку на пропа ставлю. Уже авкает. Обалдеть, орда. Так, а этот чел, хоть бы ты был мункин. Как-то опасно выглядит он. Фарлот Дантроденс. Блин, что за ники? Фурбол, куда эта шляпа, кстати, идет с квеста. Вроде бы, да? Дартолс Рот оф Трансформейшн. Кулдауна нет никакого. Ну, там какой-то копеечный, то ли минут, то ли еще что-то на 3 минуты превращает тебя... Фурболга, но эффект спадает, если по тебе выстрелить. Если ты сам наносишь урон, все нормально, но как только получаешь ты, то все. Ты уже не медведь. Еее, баланс. Супер. А, мункины, да, мункины на альтере это всегда клево. Особенно с хитростью, там совсем фаршем. Ну что, я бегу за зеленой кашей. Надеюсь, это фаер. Отлично. Pillar of frost. Eyes bound. Мясо по центру. Rallying cry. Magic shell. Все-таки не такой ауешер, поэтому нужно, я думаю, в соответствии с твоей роли. Но сало посадить того же хиллера. Самое оно. Убираем фроста, потому что он легкий. И потом голову мутирога. Лунафарт оказался все-таки фералом. Переводится лунный тюрбок. Так, рога забираем. Не ушел, почему-то ушел все-таки. Ё-моё, 176к, да пошел ты. Так. Freedom. Что там с Лунафартом? Reflection. Let's go, boy. Divine Shield. А, нож спины его зовут. Не знаю, на что он рассчитывал. Big heal. Лучше бы остался медведь, чувак. С нами Ус, мощный анхолик. Сверху да, два таргета, это голый лок и... Ни хрена не голый, по-моему, лок. Кватрай, циндер. С катертрапочком засунем. Я от лок убежал. Ну тут как бы как нефиг, мы его продавим. Что он сам лопается, сам по себе. Даже бомбануть я, чувак. 220к хп, это под бафом Fury of the Frost Wolf, который есть на Альтераке. Если еще сейчас флаг поставлю, будет вообще какое-то нереальное количество, но я его не поставлю, да, потому что кулдаун 8 минут еще. Сама она сейчас чекает Stormheart, тем самым откинем Альянс. Балинда жива. Evocation. Ну, это так по реинфорсментам понятно. Можно посмотреть по треку, вот она стоит. Балинда Стоунхард, каменное сердце. Три таргета впереди. Лунафарта я бы забрал, если бы не Хиллер, блин.
Why fucking here? Два хиллера, два паладина. Скалбаш. Ну, эту подругу в фокус берем. Не нравится мне, как тут бегают, зачем они бегают. Ну, Хантермарк на Лунафарта повешу. С дисплеем, наверное. Divine Shield. Нет, дисплея нет. На Лунафарте ХМ-ка висит. Собираем его. Дэш. Дэш не спасет чувак. Skin, silencing shot. Не решит ни сам, кстати. Сзади что-то от паладина прошло. Они нашим сделали дэст-трэп. Просто захлопнули ловушку. Сейчас нужно будет помочь им. Хотят что-то с двух сторон нас крошат. Что за красавчик? Макарена, блин, вообще. Bubble down. Bulk skin. Deterrence. Master song. Так, бежим, бежим. Не знаю, на аспекте, на, не на аспекте. Да, давай на аспекте. Avenging wrath. Молодец, молодец. Слушай, я таких хиллеров вообще не встречал. Божественный ассист. Так, сейчас на ракете. Smoke bomb. Okay. Cloak of shadows. Ну, кош нам не страшен. Какое желание убить Ханта? Я его убил? Ни хрена я не убил. Странно, конечно, странно. Это все. Странный парашют прошел. Пристыч чем приколен, то что он вешает на тебя шилды и можно бегать спокойно в аспекте гепарда под шилдой. Так, сейчас может быть скрытие по мне, поэтому бомбану-ка я, да. Флэрок. Вау. Холик что ли? Макарена холик. Потому что шилда меня ускоряет. Evasion. Dismantle. Офигеть. Очень много народу, очень много. Сзади, сзади, сзади. Опасно, опасно. Валим отсюда. Freezing silencing shot. Надо написать. Retreat. Так, ну что там? В принципе, три таргета. Нормально. Да затащи. Скатертрапа по фросту. Кстати, чел забагался, он на ракете. Дипа нет. Так, хиллера в фокус, иду по войне. Антимагический щит делает уменьшение от хила. Так, сейчас под регролл пытался скастовать. Ротрики еще далековато. Барски на крупный. Слушай, Макарена что-то как-то шустро просаживает. Не ожидал я. Конказив по фокусу. Рок еще. Если сейчас Рок станлок посадит, это будет беда. Чуть-чуть осталось до бурста. Наши потянулись сзади. Mind freeze. Все, бурстим по рогам. Blind. Хрен тебя не blind. Скататрапа после. Sprint. Я конказив попал. Попал ведь, миссанул. Да, миссанул в Evasion. Trinketed. Evasion down. Evasion down, окей, бро. Hello, Чачо, Начо. Cloak of Shadows. Кош, Intimidation в кош. Yeah. Хрен тебе. Cloak down.
грыз его, Пэтмен. Балинда мертва. Баркскин. Наш избирает там остаточки. Пришли браво воины Альянса, но пока что не чекают. Вам нужно смотреть, чтоб они продолжали это делать, не делать. Сейчас забираем Ханта. Так, чаш в трапу. Че там, одетый Хан? Варта. Нет, ни хрена не одетый. Да, реально такое ощущение, что все стоящие игроки, похоже, уехали в детские лагеря. За Альянс. Какие-то голодранцы ходят на БГ. Ну, волчара какая-то, салопофенс какой-то. Салипифонс. Хер их разберет, как они ники эти придумывают. Головой об клаву, наверное, как бы ударились и все. Earth Shield. Так, окопался Альянс. Со мной Кусман какой-то. Приз, не приз, тоже хер разберешь. Ну что, попробуем хотя бы немножко продамажить эту сволочь. Сбиваем скатер на изи вообще. Клефтина. Я почему-то ассоциируюсь с какой-нибудь вахтершей. Или училкой в школе. Shadow Meld. Yeah. Прямо на голову шипа сейчас как бомбанем. Пусечка. Psychic horror. Нахрен тебе не ломит. Dispersion. Dispersion down. Так, ну... Нихера себе он заивейдился. Как так? Двойной вейд прошел. Видели, да? То ли баг это, то ли не баг. Непонятно, что прошло. Не смог посадить мага в скатер-трапу. Это он был Night Elf в Shadow Melde. Так, сейчас чекнем, где тот чел. Вижу его. Называется плюс быть хантом. Видит очень далеко, вот он. Вот этот ШП. Surprise, motherfucker. Бурст под интимит. Что он сейчас может сделать? Майнбластом не попал. Шэдоу Финда в трапу, я надеюсь. Меняем Пэта на паука. Psychic Scream. И все, за стан забрали, отлично. Вызываю второго Пэта. Че, помчали или ты? Или что? Сверху очень много народу идет. Война. Trinketed anti-magic shell. Improved. Я слушай, я от макарана это просто прусь. Нереальный ассист. Ring of frost. Так, Скидона. Blade storm. Скатертрапу и мочи пара. Да, сверху прилично их там, кстати. Ну, очень много наших. Альянс вообще что-то ничего не делает. Может, серии рольнулись в Орду, я не знаю. NS. Вообще, пушки идут. Ну, кстати, да, Орда осталась все равно Ордой, ни хрена не дефует. Ты. Я этим не занимаюсь, забросил эту тему, потому что ты можешь тупо стоять у башни. Все БГ. Никто даже не оценит, то есть так и проиграете. К сожалению, на таких всяких штуках очень важна игра. На работу всей команды в целом. Заманил я их в нашем. Квадро. Ох, нихера себе, что вообще происходит? Что-то меня покидало туда-сюда. Так, Deterrence шел там. Кстати, заметьте, да? Как роги уходят в кош, а ханты сразу же прыгают в Deterrence. Trinketed, Dark Simulacrum, Avenging Wrath. Пара трап. Anti-magic shell.
Обычно их пытаюсь мочить арканами, не мультишотом. Он быстрее убивается. Давай, engage me. Ох, нихера их там резнулось. На мне Repentance сейчас Feral еще пойдет. Hammer of Justice уже тренковать. Забавлился еще. Опенера. Опенера нет. Bubble down. Bubble down, окей-доки. Ну как-то он грамотно меня лосает. Freedom. Yeah. Спалим, не спалим Ферала. Здесь же где-то был. Так, зеленка. Rapid fire. Что-то поздно меня сфокусил. А это не голожопа, я вообще пипец. Жалко даже Альянс. Не уйдешь. Zealot Mind Brain. Слушай, Sprint. Они хорошо magic идут. Shell. Rune Weapon. Killer of Frost. Так. Preparation. Skull Bash. Клево, ты в траву попался. Давай во вторую теперь, чувак. Hikes. А слушай, а чё ты на меня не нападаешь? Вполне это реально. Война, куда ты? Вполне мог меня замочить. Если он на бледном коне, я его, конечно, не догоню. А, так, чё там? Combat readiness. Арест пыхни еще, так что здесь очень опасно. Shadow Mount. Shadow Mount. Combat readiness down. Review. Silencing shot. What's up, nigga? Avenging Wrath. Earth Shield. Trinketed. Trinketed. Сколько людей вообще. Прикольно, типа. Anti-magic shell. 194, ну блин, нужно сжечь башни, а то мы тут вечно их будем ковырять. Я, пожалуй, пойду. Поищу одиночный таргет, досмотрю наших, в принципе, потенциально могут защемить в клещи. Repentance. Он бежит хант. Это их называют ханты-свистуны. Потому что у него на каждый выстрел прописано включение аспекта ядрицы. Совсем охереешь. Двадцатером там, думаю, бегут. Такс. Что делать, что делать? Ну чё там, кто? Нет, так и не побежали за мной. Я уже готовился к схватке, баранов почистил. Да, внизу там какой-то Пьер Ришар прыгает. Repentance. Skull Bash. Тригеним фокус. Predator Scatter Shot. Это тот Ханс. Shadow Meld. Deterrence. Ну какой-то изи. Изи-изи. Коришка. Deterrence down. Протиспелим, что мне не нравится. Freedom. Hammer Justice. Нифига себе, кто-то ее так быстро забрал. Сверху два таргета сейчас прямо в объятия ко мне. Естественно, мочим посерьезнее. Avenging Wrath. Во-во-во-во. Сбил крыльев, срочно, срочно. Repentance. Hand of Protection. Protection down. Тоже диспелим, все, что можно. Флешками начинает накидываться, уже понятно, что не очень тип. Шампа пытается, наверное, столкнуть. AP. Охренел, что ли? Так, падаем сюда. От волчар спасаемся фейндесом. Evocation. Так, что будем делать с паладином? Большие у него, конечно, идут отхилки, если сейчас Freedom даст скатер.
Как-то так, бро. Как-то так. Так, что там, много их? Много, но они все голенькие. Правильно спозиционируемся, будем надеяться на парашют эскейп в случае жопы. Так, что, покинем блоуом, кто там? 29-0, 0 смертей. Чуваки, опасно. Ну, кстати, по онору я был первый, да? Yeah. Вот так вот бегать в броне, в бронешмоте, в бронеспеке. Вообще тема. То есть у меня 4, ой, говорю 4, 49% реса. Сейчас скажу, сколько у меня пенетры. Что, да, 5301 ресайленса. Это составляет 49%. Пенетры у меня 184. За глаза хватает, просто 31% крита. Смотрите, весь шмот ПВПшный. Тринка на прок. Единственное из ПВЕ это вишанка. Потом перчи на отхил, он 29 тысяч или 29 700 и может, главное, критовать. Правда, крит этой хилки зависит от спел крита, он очень маленький. Если посмотреть, это 10%, по-моему. Ну и шилда на абсорб. Две этих шляпы с NG прокать только на БГ, так что не обольщайтесь, на арене их нельзя. Если вы в дуэли эту штуку завязаете, тоже вам скажут, ах ты, ах ты. Так что будьте готовы, чисто for fun. А чтобы было комфортнее играть, Альянс обычно играет лучше, у них более одетые игроки, так что я рекомендую, чтобы Орде было кайфово играть, бегать вот с Инжой на хил и на абсорб. Вообще, ну что, это был четверг, очередной БГ-трип. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите следующее видео. С вами был Селестиан, всем пока.